Для того, чтобы попасть в научно-образовательную школу, ребята прошли большой отбор. Для них инженерия, инновации, изобретательство и проектирование – это не абстрактные понятия, а любимое дело и будущая профессия. В течение 3 недель с ребятами будут заниматься лучшие преподаватели России. Александра Деева работает над 3 проектами – по физике, химии и биологии. Узнает, как тестируют лекарства в современном мире, а в свободное время участвует в играх и концертах. Интересная развлекательная программа. Каждый вечер у нас всякие мероприятия, конкурсы, игры, что где когда было. И, конечно, самое интересное – это образовательная программа. Нас учат как бы мыслить глобально, но действовать локально. Анастасия и Эльвина уже начали создавать свой инновационный проект – тренажер для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Девчонкам это интересно. При одном взгляде на свою работу загораются глаза. Признаются, задумка была еще дома, но осуществить ее им хотелось именно здесь. Вот это вот сама нога, сюда будет крепиться стопа. И таким сюда будет длиннее. Да, и сюда становится человек. Траектория, по которой ходит человек. И человеку с нарушением будет проще вспомнить природную траекторию, которая заложена у него в мозгу, нежели вот искусственную. Вот в этом преимущество. Такого тренажера нигде не сыщешь. Это новая разработка. Конструкция еще не совсем готова, но, может, в будущем ее возьмут на вооружение. А пока все работы будут представлены 8 апреля на выставке, на которой участники смогут представить свои проекты друг другу.